Комплексная безопасность образовательных учреждений в республике усиливается. Это оценка правоохранительных органов. Как защищают школьников от угроз, сегодня на выездном заседании обсуждали члены антитеррористической комиссии и оперативного штаба. За крепкой спиной сотрудника частного охранного предприятия свыше 1200 учеников. Это самая крупная школа в муниципалитете. Видеокамеры здесь, на каждом углу, у входа металлоискатели и турникеты, которые можно открыть даже отпечатком пальца. Незамеченным сюда никто не пройдет. Безопасность образовательных объектов для правительства региона – приоритет. С каждым годом состояние комплексной безопасности образовательных организаций, конечно же, улучшается. В целом, на обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности республиканских и муниципальных образовательных организаций в этом году из средств консолидированного бюджета Чувашской Республики выделено около 120 миллионов рублей. В настоящее время кнопками тревожной сигнализации оборудована 881 образовательная организация. Это около 98%. С каждым годом увеличивается количество организаций, оснащенных системами видеонаблюдения. Это количество составляет 796 образовательных организаций. Это чуть более 88%. В республике приемку к грядущему учебному году прошли все школы и детские сады. Проверка готовности образовательных организаций, как и в предыдущие годы, осуществлялась по целому ряду направлений. Это и состояние материально-технической базы, это и условия для медицинского обслуживания учащихся, это и готовность пищеблока, это и транспортное обеспечение. И, конечно же, вопросы безопасности. Безопасность образовательных объектов непланово проверили сотрудники МВД. Без замечаний не обошлось. В 14 школах имеет свободный проход в ночное время, то есть ворота есть, а ворота не запираются в ночное время, калитки. Это, значит, в городе Чебоксары, в том числе, понятно, что, значит, столица республики 30-я, 38-я, 50-я, 56-я школа, значит, Новочебоксарские, две школы. После 22 часов позавчера, значит, зашли на Михайловскую школу Цивильского района. Калитки открыты, освещение имеется только на крыльце, темень, значит, Тувсинская школа 22:45, 22:30, Первомайская школа, калитки и ворота открыты. Нарушения необходимо устранить в сжатые сроки. Еще одна тема выездного заседания – реализация комплексного плана противодействия идеологии терроризма. Председатель правительства республики Иван Моторин поручил муниципальным властям усилить профилактическую работу, особенно в среде мигрантов. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика.